Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Поучение святаго Иоанна Златоуста. Том 10, книга 2, страница 844. Об Ироде и о младенцах. Всегда и всюду я желал излагать духовное слово, повинуясь слову Павла, соображая духовное с духовным. Но оказался должником, особенно за предыдущее воскресенье, с именем Господа. Не знаю, как это происходит со мной, что моя скудость никогда не освобождается от долга, от вас, жаждущих духовного, ростовщиков, требующих долг с процентом. Однако я не плачу об этом, возлюбленные, но более радуюсь. Я раб богатого владыки, имеющий хорошие надежды, поэтому не прощения прошу, но к перемирию побуждаю. У меня есть податель слова, Бог, говорящий: открой уста твои, и я наполню их. И не по достоинству говорящего, но по благочестивой любознательности слушателей. Итак, ты выслушал слова евангелиста Матфея. Тогда Ирод, увидев себя осмеянными волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Это во время рождения по плоти Христа. Но слушай, как за много времени раньше было сказано. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих». Видишь, за сколько родов раньше было возвещено о безумии Ирода в последние дни. «Послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его». О безумие Иродова, или лучше, нечестие дьявольское! Ведь и это было его дело. Он вооружил Ирода против детей, однако он поднял меч детоубийства против самого себя. Ирод, много замышлявший, не убил Иисуса, которого искал. Неудача Ирода – несчастье дьявола. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, во всех пределах его. О, Ирод, зачем безрассудно раздражаешься? Зачем вооружаешься против детей? Ты осмеян волхвами, убиваешь младенцев. Разве младенцы указали дорогу волхвам? Звезда указала им родившегося Господа. Не в силах, будучи, уметь захватить звезду, убиваешь младенцев? Или для того ты получил царство, чтобы показать свою силу против кормящих грудью? С детьми воюешь, Ирод, матерей сиротишь, сосцы сушишь, объятия обнажаешь, сердца ранишь, женщинам мучаемся родами, прибавляешь плача, младенцев 2 лет и моложе убиваешь. Ищешь, где вонзить меч? Это значит не убивать, но преждевременно резать. Покажи детям меч. Если, испугавшись, они срабеют, то убивай, режь. А если весело подбегут к мечу, то зачем вынимаешь меч против улыбающихся мечу? Ты думаешь, Ирод, спасителя настигнут или его убить? Так как ты совсем решился на это, то издай повеление. Призови волхвов, арестуй звезду, заключи в темницу архангела Гавриила, расспроси пророков. Разыщи матерь Деву, если ты этим овладеешь, то можешь и Христа найти. Не словословишь, но ищешь рожденного бессеменно. Богоборствуешь, царь, хлопочешь о царе, желаешь овладеть владеющим тобой. Желаешь погубить, кто желает тебя спасти. Замышляешь схватить того, кто стоит подле тебя и не желает, чтобы ты видел его по твоему лукавству. Он, о Ирод, есть тот, кто взывал за много времени раньше. Будут искать меня и не найдут. Притча 1.28. Как же ты можешь презирать этого младенца? Он по божеству много древнее Авраама. Не только Авраама древнее, но и Адама создатель. Он не страхом облечен, но идет для домоправления. Зачем безрассудно раздражаешься, Ирод? Корысть напрасного гнева, падения.
Зачем ты делаешь подобно фараону? Он в Египте приказал, чтобы младенцев мужеского пола бросали в реку. И ты приказываешь, чтобы в Вифлееме иудейских младенцев мужеского пола убивали. О, одинаковый дух! О, равная безжалостность! О, сходное нечестие! Вернее же сказать, Ирод много свирепее фараона. Так же и копьеносцы Иродовы много тягостнее щитоносцев фараоновых. Фараон в Египте, если и приказывал, чтобы иудейских младенцев мужеского пола убивали, однако решился на это, как и на племенник, из боязни, чтобы не усилился израильский род и не истребил бы египтян. Он египетских детей щадит и убивает израильских. По страху воюет, а не по зависти умерщвляет. Фараон был человеколюбивее Ирода настолько, что даже отменил закон, который он объявил, и сделался нарушителем собственного повеления. Он нашел одного Моисея, носящимся по реке в ящике, через свою дочь взял его и не только не убил, но как сына вскормил. Щадит младенца, нарушив свои законы. Что ты говоришь, Ирод? Фараон спасает Моисея, а ты решился настигнуть владыку Христа. Тот спасает будущего карателя Египта, а ты желаешь убить спасителя вселенной. И щитоносцы фараоновы почтеннее копьеносцев Иродовых. Бабки, получив приказание душить еврейских младенцев мужеского пола, во время их рождения не исполняли этого из благочестия, хотя и были египтянки родом. Их внутренность переворачивалась при мысли, что испытывают матери, когда лишаются младенцев насильственной смертью. Они решились скорее оскорбить царя временного, чем противодействовать большему царю и Богу. Ирод показал свое нечестие в отношении не иного племени, но с единоплеменниками безумно поступил. Фараон только в Египте обнаружил ярость, не далее, а Ирод приказал избивать нежных младенцев не только в Вифлееме, но и во всех его пределах. О, несправедливое повеление того, кто восстал тогда сразу против города, деревень, полей и улиц. Не было у матерей, где бы детей скрыть. Вне материнских объятий они не могли остаться. Если бы, когда мать пожелала укрыть свое дитя, оно само выдало бы себя плачем, привлекло бы к себе смерть привязанностью к сосцам. Как рыба не может жить вне воды, так и младенец скоро гибнет, лишаясь материнских сосцов. О, та вселенская плачевная песнь! Я не нахожу, как описать виды материнских сетований. Если бы произошло варварское нападение, матери легче перенесли бы скорбь. Разделяемое несчастье умереннее терзает страдающего им. Но то было не нападение варварское, но междоусобная война. Было насилием, не допускающим просьбы, было беззаконием, имеющим защитником закон. Матери кричали, и не было слушателя. Матери рыдали, и подле не было жалеющего. Сосцы обливали молоком землю, а Ирод, как камень, более ожесточался. Копьеносцы царя еще кровожаднее там и здесь различно нападали на младенцев. Одних у стен мучили, других на скалы бросали, иных душили. Волновал их дьявол, виновник такого дела. В этом и подобном матери ослабевали. И, забывшись от страдания, не заботились о благопристойности. Разрывали одежды, распускали по воздуху косы. Сосцы обнажали, которые нужно было скрывать. Грудь поражали камнями, царапали себе щеки, как палачи. Призывали во свидетели неба, молчаливого судью. Обращались с просьбой к общему судье и владыке со словами. Что это за кровожадность царя, владыка? Он свирепствует над твоим творением. Ты создал, он не перестает закалывать. Ты одарил, он вредит. Для чего мы рождали детей, если так горько смерть детей? Если это твое приказание, прикажи и нам с ними умереть. Если это предприятие и приказание беззаконного царя, почему ты скорее на него не нападешь? Но, конечно, матери так кричат, терзаясь страданием и по незнанию пользы для своих птенцов. В действительности, что блажение тех, кто переносит замыслы за владыки Христа? Что блажение этих детей, так как они закалывались не ради только их самих,
но и как бы сам Христос убивался с ними. Поистине благовременно сказать к матерям слово Господа: «Не плачьте, матери, не плачьте. На малое время они потеряли ваше лоно, но лоно Авраамова получили. Не плачьте, матери, не плачьте. Не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.